Стала настоящей сенсацией в интернете. Ее... Простая россиянка с ником «Хорошая девочка» стала... Простая россиянка с ником «Хорошая девочка» стала настоящей сенсацией. Россиянка с ником «Хорошая девочка» стала настоящей сенсацией в интернете. Ее задорный танец набрал рекордное количество лайков. Я в платье. Господа, Дедушки Морозы, все, пожалуйста, присядьте на свои места, подвиньте стульчики. Потому что ты девочка на миллиард лайков. С Новым годом, твой домашний.